Ребята, а что это вы дуете людей без понятых? Ребята, чего дуете людей без понятых? Полицейский. Вы зачем человека продували без понятых? Что делали? Продували на драйвер без понятых. Что вы хотите от меня услышать? Я вас спрашиваю, зачем вы продували человека? Давайте познакомимся. Человека в драйвер? Ну, я ж на видео снимал. Я, ну, я тоже хорошо. Зачем вы продували человека без понятых на драйвер? А вы зачем продували? Я зачем? Я не продувал. А что вы решили, что там понятых не было? Вы дурака будете строить? Ну вы двое стояли и все. Где вы там понятых видели? А кого вы строите? Чего вы так выражаетесь? А кого вы строите? Я говорю, зачем вы человека продували без понятых? Я вам повторяю, кого вы строите? Вы можете мне ответить на вопрос? Я никого не строю. Я спрашиваю, зачем вы человека... Ну так вы мне задаете вопрос, я вам задаю встречный вопрос. Зачем вы мне задаете встречный вопрос? Зачем потому что вы глупый вопрос мне задали. Глупый вопрос? Да. Зачем вы продуваете без понятых человека? Да, я вам відповів, говорю, что це без понятых? Так не было понятых. А на видео бачили? Зафиксировано. А может в машине они сидели, чи ні? Серьезно, можно? Ну, да. Можно те, кто в машине сидят? А что, это не гражданины Украины? Нет. Чего? А вы не знаете, кого можно привлекать и кого нельзя? Кого? А если гражданин Израиля, что нельзя? Почему гражданин Израиля? А почему? Написано, что понятыми нельзя привлекать людей, которых могут быть сомнения в их объективности. А там не было сомнений в их объективности? Никаких. Нет. Акт составили? Понятых нет. Вы можете про свитку, вы со свитками можете помогать. Ну, свитки, но они понятые, но их называют свитки. Ну, так там понятки, да? Понятки вообще-то были. Там поняти потребны, а не свитки. Но они называются в законе свитки, но фактически исполняют функцию понятых. Ну. Я вас спрашиваю, почему вы без свидетелей продавали? Так я же вам отповів тільки що. Что вы отповели? А ну вспомните, пожалуйста. Промотайте пленку назад. Подивите. Удостоверение ваше. Мое удостоверение? Служебное. В развернутом виде. В развернутом виде. Камеру убирайте, посадите. Куда убирать камеру? Ну, я не разрешаю снимать мое удостоверение на камеру. Можете прочитать. Что значит? Не разрешаете. Вы можете разрешать, не разрешать? Да. На пункт? Сошлитесь с закона. Вы дивитесь мое посвящение или нет? Дивлюсь, показываю. Ну, дивите. А я смотрю. Я что, не показываю? Гром. Дмитрий Александрович. Ну, все, знакомы? Ваше удостоверение. Просрочено. А что вы не прочитали? Он просрочен. Ваше удостоверение. Но вы там второй были. Видно, закону, можете не спілкуватися со мной вообще. Покажите удостоверение. Так все, не общайся с ним вообще. Удостоверение предъявите. Иванов Иван Иванович. Петров Петро Петрович. Алло. Вы серьезно? Серьезно. Ну, алло. Ну, видно закону. Свідка згідно закону. Да, какого? З букви закону. Згідно закону про звернення громадян. Ви звертаєтесь до мене. Я вас звертаюся не згідно закону про звернення громадян. Якщо ви провокатор, будь ласка, не мішайте працювати, станьте з боку, знімайте. Я не буду відповідати на ваші дурні запитання. Я не хочу, щоб ви мені відповіли. Я вже отримав відповіді. Ваше удостовірення. Я вам ще раз повторюю. Згідно закону про удостовірення ваше в розвернутому виді. Я вам ще раз повторюю. Згідно закону про звернення громадян. Значок хоч покажіть. Я не знаю, скільки я спілкуюсь. 00-11-674. Зачем продуваєте людей на драйві без понятих? А що смішного, поліцейський? От скажіть, що смішного? Вот вы разводите людей в тупую, блин, это смешно. Кто разводит людей? Блять, кто? Я развожу людей. Вы будете материться? Ну да, вы разводите, он полицейский. Тут ходит и документирует, потом все рассказывает. А? Они продувают людей на драйве без понятых. Кто вам таки сказал? С ума сойти. Я видел, у меня зафиксировано ну, на камере. Ну так покажи, что вы. Зачем? Вы сами не знаете. Не, не знаю. Я что были понятые, у меня говорят, что немає. Так покажи. Не шо было понятых. Что вы сейчас мне рассказываете? А кого забыли вас? Нет, там человек на BMW ехал, на черном. Покажите видео. Где ваше я видео? Покажу, только не вам. Ну что, вы не верите, что я покажу вам видео? Кому верить? До сих пор не знаем, с кем мы общаемся. А зачем вам знать, с кем вы общаетесь? Зачем вам знать, с кем вы общаетесь? Вы громадские дьячи? А? Вы громадские дьячи просто? Ну да. А за какую организацию? Розова рука. Какая у вас организация? Вас это не касается. Чему? А? А? Шо, чему это нас не касается? Вы же представляете, что мы же должны понимать, с кем мы общаемся. А вас это не касается, полицейский. А? Кого я представляю? Зачем я представляю? Нашли представляю. Все, разбегаемся. Да.
Да? Да не, не разбивают. Один сбежал. Ну подходит, давайте будем общаться. Дуже интересный, веселый человек. С кем? С вами? А? С вами общаться. Ну вы же подошли, вы с кем постоишь, дерево, вы напротив вас дерево стоит, можете с ним говорить. Вы же что-то подошли, вот, вы же что говорите. Задокументируй это дерево, можно общаться. А что смешного, полицейский? Вы смешные, что не плакать. Да, то есть вы разводите людей. Кого людей? Ну не вы конкретно, а вот ваши коллеги. Один сбежал. Что сбежал? Один сбежал, второй остался. Кто как разводит? Сколько раз надо повторить? Я не слышал вашу дискуссию, я там стоял. Продули человека на драгер. Ну, без свидетелей. Ну. У вас есть это запись? Да. А можно посмотреть? А зачем? В Ютубе увидите. Так а зачем вы тогда это рассказываете, если вы не можете показать? В Ютубе увидите. А Ютуб это такое, я уже вижу это в Ютубе каждый раз что-то там. Нет, стоите, клеите дурачка из себя. А? Типа я это не делал. Там да понятые. Нет, дурачка сивы, по-моему, хочешь. Да, не было ж ничего. Ни понятых, ни акт. Я вам говорю, что были, вы не говорите, что не было. На я чем говорю, мы сойдемся? Не было. Ну, сойдемся на том, что будет подано заявление, и потом будете, потом будете показывать, где там были понятые. Идите подавайте заявление. А я понимаю, что вам наплевать. Да при чем тут наплевать? Мне не наплевать. Наплевать. Я вам говорю, что были, вы мне говорите, что не было. И стоите, делаете якобы умный вид. Пока не получается вас сделать. Акт покажите. Какие акты? Я не буду его фиксировать, просто покажите акт, что он делает. Так вы мне видео покажите, я вам акт покажу. Что такое? Ну покажите мне видео, я вам акт покажу. Что вы головой маски? Можете все показать понятно. Видео? Все понятно. Я вам покажу, в Ютубе посмотрим. Да, Костя, какие у вас каналы? Я хоть подпишу, будет у вас плюс а? Хоть два подписчика. Найдете. Ну-ка, я расскажу, вы блогер процветающий. Да? Будем вас вы такой говорить. Интересный полицейский. Да? Вы много говорите. Я много говорю. Ну, а что, я должен молчать или что? Вы же пошли со мной поспілкуватися, да? Не, я вы подошел у вас узнать конкретный вопрос. Я вам его предъявил. Верно? Я к вам верно. Подошел с конкретным вот. Вопросом. Так я же вам и а вы мне теперь начинаете вот, тут рассказывать. Вопрос. Хороший блогер, нехороший. Ну так подожди, я... Мне интересно, я не хочу, с кем чтобы я спинкуюсь. Подожди. Я хочу, чтобы вы уволились. В смысле? Вы вот хотите? Лично я тоже вы. Хочу. Я хочу, чтобы вы уволились. И что? И не занимались такой херней. Хорошо, все, я сейчас пойду увольняться. Давайте. Все, счастливо. Счастливо. До свидания. До свидания. Так что хоть за канал? Вот все, я согрею. Что хоть за канал, скажи, посмотреть интересно. Да увидите, ну зачем вам говорить? Увидите, скажите, где искать. Начальник вызовет вас и скажет, что да. Это было. Хватит, и покажет вам все. Хорошо. Хорошо? А потом рассказывайте о том, что мы, что там кто-то что-то нарушает, да. А вы тут блестите закон. Я тут не с полицией обидел. А? Я понимаю, вы, что да. С полицией обидел, чтобы я не знаю. Нет. А в чем проблема? Никаких проблем. Просто ненавижу, когда разводят людей. Кто разводит? Кто кого разводит? Вы! Кто вы? Вы и ваш коллега. А? Вы и ваш коллега. Какие у вас доказательства, что кто-то кого-то разводит? Видеофиксация. Я как конкретно? Покажите мне. Что значит? А вам-то зачем? Развод? Вы нарушили, и я должен вам развод? Это показывать? Что означает развод? Вы серьезно? Еще раз повторяю. Что означает развод людей? Что вы головой маски? Можете это конкретный ответ мне дать или нет? Сколько раз? Конкретный ответ. Я говорю, я получу от вас или вы будете головой? Конкретный дальше? Ответ. Вы продули человека на драгер и без что? Понятых и без составления акта. Да я вам не понятых, а я вам говорю, не было. Ну все. Я говорю, что были, говорите, что не было. Так я вам говорю, покажите акт издалека хотя бы. Так я говорю, покажите видео мне издалека. Так а зачем? Ну так а зачем мне акт вам показывать? Потому что вы не можете ответить за свои слова. Так потому что вы не можете ответить за свои слова. Вы что, первым что сказали, я должен был? Сказал, есть видео, вот. Есть. Я вам говорю, покажите мне видео. Я считаю, что вы нарушили, но я вам видео не собираюсь показывать. Кому? Нарушителю показывать видео? Не приближайтесь так, ко какому мне, нарушить? Пожалуйста. Вы что-то два спать не ну зачем? Вы ко проходит? Мне приближаетесь, а потом скажете, что у вас оружие, я к вам приблизился. Я же знаю ваши... Что вы еще ваши... У меня, мне просто... Еще раз, что вы сказали? Ну стойте вот так, метр от меня не подходите, хорошо? Ну а если я вот так вот стану? Ну зачем? Зачем? Ну так а что? Потом что вы будете кричать, что я провокатор. Что мы не запрещаем? Я вас прошу, не соблюдайте дистанцию. Какую дистанцию вам? Дистанцию вот такую. Это вы только что придумали? Нет. У вас оружие, скажите, что я захотел его так, отобрать. Так что, достал оружие или что? Не, я говорю, вы скажете, что у вас оружие, а я захотел его отобрать.
Понимаете? Ну, немножко работает мозг или нет? Мне кажется, у вас он вообще не работает. Ну, у вас работает, скажите, не? А у вас я понял. У вас он вообще не работает. Сходи до психиатра. Хорошо.